Совсем скоро пациенты травматологического отделения Брестской городской больницы скорой медицинской помощи снова смогут спокойно ходить, вести активный образ жизни и забыть о днях, проведенных в палате. На обходе заведующий Сергей Царев внимательно осматривает больных, интересуется здоровьем, где-то подбодрит и пошутит. И так с каждым пациентом изо дня в день. Сергей Царев словно главнокомандующий, самый главный противник травмы, переломы, вывихи, ушибы, сотрясения. Дает им бой и ставит на ноги людей врач выше категории 17 лет. Если стоит вопрос в отношении приема того или иного сотрудника, конечно же, имеет значение профессиональная его подготовка, но основное, чтобы он был честным, добросовестным и жил по совести. В 1984-м он окончил военно-медицинскую академию в Ленинграде. С тех пор и началась трудовая деятельность. Сегодня под началом травматолога полсотни людей, пациентов куда больше. Травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи дежурит по городу 4 раза в неделю, но принимает больных и в недежурные дни. За год через травматологию проходит свыше 16 тысяч человек. Все они в надежных руках. Благодаря новым подходам и методикам лечения, но самое главное, профессионализму и человечности врачей. Он себя проявил как прекрасный, великолепный доктор, очень талантливый завотделением, чуткий, понимающий, прекрасный хирург. Сергей Царев признается, путь в медицину выбрал сердцем. Перед глазами с раннего детства были самые яркие примеры – родители-врачи. А значит, все не зря. Тысячи вылеченных людей и столько же благодарностей. Пожалуй, одна из главных – присвоение почетного статуса «Человек года». Целый год портрет Сергея Царева будет дополнять и украшать главную доску почета Брестской области. И все-таки для него главное не победа, а возможность рассказать об эффективных способах лечения и о своем коллективе. Это, в принципе, заслуга всего коллектива. Моя заслуга заключается в том, что мне удалось объединить людей в отделении с одинаковым более-менее мнением, работоспособных. И это заслуга коллектива, а не моя. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.